Как я сажаю дельфиниумы? Вскапываем грядку и добавляем субстрат торфяной. Мы используем агробалт марки N, нейтральный. Затем это снова перемешиваем, как салат перекапываем. И сажаем просто без добавления чего бы то ни было, просто вот рассаду дельфиниумов. Почему именно субстрат? Он придает почве такую рыхлость. Она становится воздухопроницаемой, влагопроницаемой и не слеживается. Она такая, знаете, вот как поролон, такая мягкая и пушистая. И на такой почве, естественно, образуется шикарная корневая система. Ну а если корень хорошо развит, значит и макушка вас порадует. То есть сначала вы их радуете при посадке, потом они вас, когда цветут. Вот. А по поводу удобрений. Мы не используем никакие удобрения в почву, вот рассыпали, там перекопали. Нет. Мы используем только водорастворимые удобрения. А сами пользуемся буйскими удобрениями, комплексными. Весна, лето и осень. И все. И вот сажаем с заглублением точки роста 5 сантиметров. Вот так. Вот при такой посадке, вот в это время, они еще даже могут успеть зацвести. Обрезать цветоносы не нужно. То есть, если растение накормлено, оно может цвести. Ну, а в следующем году они уже зацветут пышными, хорошими кустиками. Всем успехов!